Апею! Всем привет! У нас Skyrim Special Edition. Никакого апгрейда. Пока что. Не, вообще, я правда жду возможность. Жду тот день, когда у меня, скорее всего, появится этот апгрейд. Но пока что, вот, пока только так. Но... Не расстраиваемся, не грустим и... Если хочешь на борт, поговори с капитаном Гьялунду. Не хочу. Обратись к капитану Гьялунду, если хочешь. Не хочу. Где... А, вот он. Так. Нафиг я сюда... А. Опять на курган. Так, давайте посмотрим, зачем нас сюда привела нелегкая. Ралис. Что здесь произошло? Где этот темный? Блин. Зараза. Сундук не сложился. Повезло ему. Так, чё? Там, а? Ну, давайте 19-й. Отлично! Поставил фикс. Спасибо большое. А вот здесь главное справилось. Ладно, возьмем на память, наверное. Сейчас. Я на гончую все скину. Вот эти вот дневники. Ой. Блин. А, ладно. Значит, потом от этого избавлюсь. Можешь отойти, пожалуйста. Блин. Класс. Как мне пройти? О, получилось. Ладно. Чуть-чуть прибавим громкости для насыщенности. Так, сразу, что у меня за заклинание? У меня, ага, морозный плащ, а? Огненный шар хочу. Ага. Ну, Ралли, скорее всего, нашел какие-то богатства, зажопил их, и теперь мы должны отбить их у него, да? Так, сейчас. Спину ровно, поближе к столу. И пойдем получать удовольствие от приключений. Моя безбашная команда. Хоть бы положил что-то в сундук. Это не вы шумите? Так, в этот раз нас никто не встречает. И шахтер снова лег. Да, раскопали еще лучше. Неплохо. О, хорошо отлетел. О, стена. С криком. Ну, давайте сначала заберем слово силы. А потом уже поищем этого... преступника. Ветер-циклон. Спасибо. Это типа на рыбалке крикнул, пошел ветер, рыбка успокоилась и выловил из пруда или как? Кстати, вот это я не помню, чтобы было открыто. Ой! Огненный шар, бомба! Уйди! Я упал. Что вы такие опасные, ребята? Где гончая? А, вот она живая. Ее вообще ничто не убивает.
И это хорошо, пожалуй. Зарго, блин. Гог, помоги ему. На. Кажется, я Атронаха разозлил. Кажется, это не помеха теперь, да? Ну, даже у шахтеров деньги есть. Ничего себе. Кстати, вот этот прикол мне интересен. Я имперец и всегда нахожу чуть больше золота. Значит, те, у кого я нахожу 3-6 монет, у них просто не было денег. А те, у кого в принципе нет денег, даже когда их обыскивают, те, скорее всего, еще и в долги влезли перед смертью. О, имперское чутье. А вот этого не было. Опять я в одиночку. Хорошо. Ну, разделитель. Боник. Лучник. Первый готов. Эй, ты украл мой фраг. Это немножко некрасиво с твоей стороны. Так, а как вас выпустить-то? Ага, дельфин. Дельфин. Тут тогда что? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Дельфин! Ребят, спасайтесь сами. Что-то прикольное. Азидалова броня возмездия. Ага, у меня перевес. Блин, круто. 7 килограмм. Куда бы сбросить 7 килограмм? В принципе. Кулон Кираса. Сопротивление электричества. Ой. Ну и что-нибудь такое. Выпить. А пусть бы его так. Ингредиенты. Давайте поедим. Вот, лишайник. Сердце Дейдра. Хотя, блин, их нежелательно, наверное, есть. Но зато у нас все получилось. И теперь у нас есть классная броня. Ребята, вы... Каким образом ты здесь оказался? Колдун. Ладно, погнали. Дзарго, и ты туда же. Мой ты мой молодечек. Еще и сзади.
полетело красиво. Так, теперь осмотрим трупы. Они умерли? Интересно. Вот только... О, еще и шлем. Как же тебя открыть? Может быть, там есть какие-то подсказки? Кнопка есть. Сталгрим есть. А подсказок нет. Не беда. Будем пробовать еще. Ага, не любит те дельфинов, да? Ладно. А ловушки-то довольно сильные. Ладно. Прикольно, прикольно. Ну что, когда впустите? О, спасибо. Проницательность. Ты нам что даешь? Расходуют и повышают радиус. Я пока тебе отдам, ты не против? Ты против. Заргу! У меня для тебя подарок. Ну как, мне нужно, чтобы ты это таскал с собой, пока мне это не понадобится. Будет сделано. Отлично, пошли. В чем дело? Это все. А, на всякий случай, сохранение. Почему до сих пор только в Вайтра не сохранялись? Он кого-то призывает. Ты обманул меня. Повелитель. Эльфам доверять стало все сложнее и сложнее. Потрясающе. Что-то мне стоит полагать, что у него огонь основная масть, да? Ладно. Раз мы так играем. Позвольте кое-чем воспользоваться. Я бы сказал, ой. Ну а Ралис... Он умер, призвав существо, которое в итоге осталось здесь запертым. Паралича у него нет. Но зато меня атакуют очень активно. Ему урона почти нет. Поэтому думаем, как это решить. Это не математическая задача, но тут есть какое-то свое решение. Думаем. Предполагаем. Присылаем варианты. Мне на почту. Лучше попаду в следующий выпуск.
да, немного я нанес ему урона, но ему все равно как-то пофигу. Фу, блин. Ладно, пока придется сражаться. А в принципе что, я души забираю, потом душами же и заряжаю. Надо бы их хризомер забрать. Так, лечение. Мне нужно срочно лечение. У меня есть быстрое лечение? Нет? Удивительно. Ладно, раз ты у нас мистер Спичка, возьми себе сосульку. Не уворачивайся. А жди сосульки, прошу заметить. Высокое качество. Полимерная работа. Рукожоп. Ладно, Газила, давай. Хрен жаль. Да нет. Поведите. Опа. Получил щелбан. Как бы да, можно и понизить сложность, чтобы его победить. Но я и хочу... Я хочу ему вломить именно так. Улетает хорошо очень. На ближний бой он ничего особо не может сделать, да? Если не наберет расстояние. Значит, мне надо просто избавиться от драугров. Которые мне чешут спину, блин. Разберись с ними, Сарго. И старайся не попадать по мне. Эта тактика оказалась гораздо проще, чем я предполагал. Обалдеть. Получилось. Реклинги. А он здесь как оказался? Так, сначала маску Азидала возьму. Ну, опять же, это чисто трофей. Зараза, куда пошел ты? О, боги. Что случилось? Что я натворил? Объясняйся давай. Я не помню. С тех пор, как я сюда до Колберна добрался, в моей голове шепот, голоса, мысли, образ. Когда я приступил к работе, голоса стали громче. Пару раз я даже сознание терял. Это было прямо перед тем, как драугры проснулись. Не знаю. Может быть. Этого хотел он. Хотел их энергию. Я не знаю. Очень надеюсь, что не я. Но может быть, я. Пожалуйста, поверь мне. Я даже... Ну, не знаю. Столько в него вложили, он побил шахтеров.
Он ничего не рассказал. Я не знаю, как с ним поступить. Я верю, что у него это было, но... Как бы он уже преступник. По большей части. И с ним надо что-то решить. Да укроет тебя Мефала. И подожди, я все еще думаю с тобой. Ладно. Конечно. Даже слово курган больше слышать не хочу. Никогда. Я отправлюсь в Воронью скалу, а ты никому не говори. Если мы там встретимся, просто кивни мне, и я помогу, чем смогу. Это меньшее, что я могу для тебя сделать. Просто сохраним это в тайне. Да, я решил его все же пожалеть. Я вспомнил, что в прошлый раз я его убивал, и мне интересно, может, с этого что-то будет, если он останется в живых. В принципе, забрать все вещи у Дзарга и попробовать какого-нибудь другого компаньона будет весьма интересно. Ладно, идем сюда. А, классно. Опять перегруз. А, ладно, все равно не прочту. Придется теперь как-то так выходить. На перегрузе. Отличный клинок. Ну, а теперь выберемся отсюда. Я надеюсь, что мы отсюда выберемся, да? Я не знаю, куда мы идем. Я догадываюсь, куда мы пришли. Дзарго. Ой. В чем дело? Подбери это. Это все. Ты куда пошел? Вот это возьми. Что это за звук? В чем дело? Будет сделано. Куда он идет? Ребят, что это было? Может, от свитков какие-то... Блин, мне их и так мало стало. Я... Блин.
Ну, только так остается. Зелье, боевой топор, костяной щит, секира, кинжал. Довольно много здесь, а? А! Блин, классное на самом деле зелье. В чем дело? А я его выпил. Будет сделано. Будет сделано. Будет сделано. Так, а тут что-нибудь есть? Ага, тут выход и... Ручья броня и сталгрим. Ладно. Мы путешествуем. Ламин де Филигрань. Так, теперь, как я понял, мне надо держаться света. А, вот там ко мне душ. Вот, блин. Ох, хорошо, что я про этот прикол знаю. Что же это за трава-то такая? Силы все высасывает. Ого! Как много. Доэтрические, кольчужные... А! А, у меня перевес. Удивите. Ха, да у меня камни дофига. Золота у меня почти нет. Я на уроках немного того. По сути, зачем мне... Ладно, давайте, осколки. Я их не восстанавливаю, я даже не знаю как. А вот это даже жалко. Ай. А, погодите. А, все, отлично. Я готов. А, точно. Так, с этими гигантами как-то не хочется общаться. Дальше. И что еще? Ну, наверное, да, искателя оставлю. А вот добраться мне до туда уже никак, да? Если по-тихому. А, нет. Я могу, но... Плохо дело.
здесь что? А. Ага, ладно. А давайте черные камни душ скинем. Блин, а так и не заполнены. Да и стоят дороже. Собака! Блин, ладно. Блин, огненная соль. Ладно, давай. Секрет защиты. Вы получаете половину урона в течение 30 секунд. Ты что такое? Не расходуют магию в течение 30 секунд. Класс. И силовые от... Ну давайте... Вот ты дрянь. Возвращаемся. Зато теперь я знаю, что если нас выбьют в книге, то мы возвращаемся в себя. Приходим в себя, да? Это еще что-то. Ладно, это было, ну, неплохо. Почему они все еще квестовые? Засосала меня. Теперь они не выбрасываются. Ладно. Что я сейчас опять подобрал? А, выбросить не могу, а вот скинуть сюда, пожалуйста. Ну хорошо. Испытание боите оставить. Сейчас смерть, скорее всего, подобрал. Вот это мне не нужно, да. И... призванный лук. Ой, привет. Как бы эффекты у них несерьезные, но они немного пугают и в целом замедляют противника. Да что им мой лук, собственно, сделает? Давайте лучше
кого-то из атанахов будем призывать. Яйц! Была бы у меня безжалостная сила, я бы... В принципе... Я тогда, конечно, был не один, но все же. Его можно забить в ближнем бою. Он чуть посильнее будет. Так, чисто на проверку, что нам надо? Убить Элтрис. Желе нече, а тут шкура. Ну, с искателями поменьше хлопот, так что, наверное, пройдем. Побег Орума по воде. Вообще, такое себе заклинание на самом деле. Где я? Мне это не нравится. Достал. Этот меня вообще с одного удара выносит. Мне нужен безжалостный крик, но я не могу его еще идти брать. Но я хочу сейчас собрать секрет этой книги. Погодите, в смысле? Сейчас прикалываетесь? Она у меня даже не открылась, а я ее уже забрал. Ладно. Ладно. Так, и... Что происходит? Снова загружаемся. Мы каким-то образом книгу забрали. Вот не надо меня пугать такими звуками. А. Я умею пугаться. Это из-за того, что я призрак, да? Да что теперь происходит? Я не могу туда вернуться. Классно. Я сломал игру. Погодите, я... Ты мне только дошло. Это же у меня талант. Что? А нет.
А это активный эффект. Мне это стоит магии. Фу, я пока не понимаю, что здесь происходит, но это прикольно. Так, скидываем. Может, это мне наоборот. Теперь я могу скинуть книги, но я не могу прочесть одну книгу. Они вообще работают? Да, нужна мне эта карта. Давайте, «Ветры перемен», первая книга. Пожалуйста. Класс. Давайте куда-нибудь переключимся сюда. А затем вернемся. Снова с попыткой прочесть книгу. Мы разучились читать. Кому рассказать про это? Никто не поверит. Ой, фу, ты тут полуголый. А я уже одетый. Как у нас мало заклинаний. А что у нас? А золота у нас раньше было больше. О! Честно, интересно, как это все выглядит. Тридцать два зелья, обалдеть, у меня раньше столько было. Ю-у-у, веселимся, вообще все скидываем, все, что есть. Ну ладно, хватит. Ё-моё. Ух, как мы выглядим. Я уже забыл про наше лицо. Щит из Грамора. Нечего разбрасывать тут оружие. Кто-то мог и пораниться. Если я еще раз такое увижу, пораниться можешь ты. Я ясно выражаюсь. Нет? А с месяц в камере пожить не хочешь? Но мы ведь не хотим, чтобы до этого дошло, верно? Тебе больно, мне неприятно. Так что заплати штраф и гуляй себе. Вот как. Ну тогда мы тебя привлечем за нарушение покоя ярла. И просто штраф, все. Где тут лук какой-нибудь?
А теперь этого всего не было. Серьезно, ну что это такое? Мы разучились читать. Что нам делать? Вес то приходит, то не приходит. Что делать, непонятно. А войти очень хочется. Да ладно. У них там какая-то своя система, да? Я это починил. Так, берем гибельную грань. И готовимся сражаться. Так, попробуем сразу скинуть опять. Теперь оно работает. Уйди. А ты что тут делаешь? Так, призыв. Призыв, 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 призыв. Гибельная грань. Блин, я не того хотел призвать. Ну да ладно. О, бешенство. Удобно. А, их там трое. Так, теперь другого попробуем. Продолжаем обстрел. Да, он исчез. О, паралич, отлично. А вообще, я же здесь один. Ну, уже получше. Маленькая регенерация есть, но это уже что-то. Сюда иди. А я не готов в эту темноту и заходить опять. Фух. Это явно не стоило того маневра, что я тут устроил. Но все же это было весело. Теперь ждем. Как же я ступил в прошлый раз, когда я здесь был? Я мог это все куда... Ай! Не надо! Летите аккуратно, пожалуйста.
Блин. Надо бы это попробовать посмотреть. На эту тему документации парочку. Ну а теперь буду очень сильно надеяться, что снова выпадет паралич. Не свезло. Он достал до меня? Хорошо, что я здесь решил подождать. Очень полезно. Мы стали чуть-чуть крепче. Так, я тогда, наверное, сразу поставлю. А, может тогда и мороз использовать? Или... Еще не придумал. Ладно, теперь у меня здесь есть возможность задержаться подольше, поэтому... Морозный плащ. Защищай меня, блин! Плащ особо ничего не делает. А вызов огненного... Мне хана. Мне хана. Я добью это место. Пусть у меня, наверное, это хоть минута уйдет, хоть 10. Я обязательно выживу здесь. Мы обязательно дадим ему пинка. Он будет страдать. Пожалуйста. Так, хорошо. Он очень высокого уровня. Значит, надо что-то провернуть хитрое с подвыпертом. Ладно. Я здесь один, поэтому и действовать надо как-то. Теневик, Умбра, цепная молния, но не знаю. Возможно, с арбалета можно было бы пофигачить. Но опять же, это ему немного урона нанесет. Если так будет и дальше, это будет круто. Так. Безудержный мороз. Огонь. Или быстро открыть книгу. Он застревает и проходит насквозь. Я не по... Не понимаю, что тут происходит.
Так, теперь мы сохранены со здоровьем. Хорошо. Пока тогда призовем. Вот так. Быстро вскроем книгу. А сами будем прятаться. Секрет волшебства, отлично. Все. Блин, серьезно? Мне нужно еще раз прочесть саму книгу, чтобы вернуться. Но при этом мне его надо как-то уничтожить. Придется отступать. Искатель, исчезай. Искатель. Блин. Мне не хватает здоровья. А, он все равно идет в мою сторону. Он меня потерял. Да фигушки. Он меня реально, что ли, потерял? Хоть какой-то плюс в этой ситуации. Молния и цепная молния. Если он вообще еще вылезет. Спрятался там и сидит. Так, подождите, мне нужно быстро кое-что проверить. Что у нас тут? Это было, это не нужно. Все, хорошо. Так, подождите, а вот это есть? Да, есть. Прекрасно. Ну хорошо. Попробуем что-нибудь придумать. Куда ты там уходишь? А, неужели? Блин, этого часового надо долго лупашить таким образом. Пока он там, я в опасности. Или я могу поставить руну где-нибудь на край, и он упадет. Как? Вот это я ступил, конечно. Да, надо сразу эту руну поставить. Надо его завести куда-нибудь на край. Так, найти бы еще.
руну паралича и... А давайте радуша Фенрика. Блин, опять не то. Что мне там надо было делать? А, прикасание смерти. А, он в темноте лечится. А я от него буду. Так, хватает, хорошо. Ну давай. Слишком поздно. Ладно, последнее, что можно попробовать. Сейчас. Значит, я сразу из него высасываю жизнь и... Получится заставить его вообще исчезнуть. Но пока что его нет. А он что, он провалился? Ребят, я, кажется, избавился от босса. Балдеж. Давайте мне секретики. И я пойду отсюда. А, ну давай, уже исчезни, чувак. Воу. Где он там вообще? Туда на большая платформа, а я просто его остановил там внутри. Ну, придется сидеть здесь, пока он не утихнет. А это надолго. Ладно, ребят. Спасибо, что пришли. В следующий раз постараемся от него точно избавиться. Попробуем с этого и начать. Спасибо, что пришли. Всем удачи, хорошего настроения. Приятного дня. И всем пока.